Здесь хорошая погода, и до начала матча остается нет. В воротах Хитц. В обороне Менье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. И в нападении сегодня всего один игрок. Интересный выбор главного тренера. Посмотрим. Минут выпустил на поле такой состав. Перед нами команда, которая способна ввести противника в транс своей комбинационной игрой, а потом неожиданно организовать стремительное взятие ворот. Не сомневаюсь, что именно в таком ключе они сегодня... Здесь хорошая погода, и до начала матча остается нет. В воротах Хитц. В обороне Менье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. И в нападении сегодня всего один игрок. Интересный выбор главного тренера. Посмотрим. Минут выпустил на поле такой состав. Перед нами команда, которая способна ввести противника в транс своей комбинационной игрой, а потом неожиданно организовать стремительное взятие ворот. Не сомневаюсь, что именно в таком ключе они сегодня и... Здесь хорошая погода, и до начала матча остается нет. В воротах Хитц. В обороне Менье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. И в нападении сегодня всего один игрок. Интересный выбор главного тренера. Посмотрим. Минут выпустил на поле такой состав. Перед нами команда, которая способна ввести противника в транс своей комбинационной игрой, а потом неожиданно организовать стремительное взятие ворот. Не сомневаюсь, что именно в таком ключе они сегодня и... Здесь хорошая погода, и до начала матча остается нет. В воротах Хитц. В обороне Менье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. И в нападении сегодня всего один игрок. Интересный выбор главного тренера. Посмотрим. Минут выпустил на поле такой состав. Перед нами команда, которая способна ввести противника в транс своей комбинационной игрой, а потом неожиданно организовать стремительное взятие ворот. Не сомневаюсь, что именно в таком ключе они сегодня и... Здесь хорошая погода, и до начала матча остается нет. В воротах Хитц. В обороне Менье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. И в нападении сегодня всего один игрок. Интересный выбор главного тренера. Посмотрим. Минут выпустил на поле такой состав. Перед нами команда, которая способна ввести противника в транс своей комбинационной игрой, а потом неожиданно организовать стремительное взятие ворот. Не сомневаюсь, что именно в таком ключе они сегодня и... Здесь хорошая погода, и до начала матча остается нет. В воротах Хитц. В обороне Менье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. И в нападении сегодня всего один игрок. Интересный выбор главного тренера. Посмотрим. Минут выпустил на поле такой состав. Перед нами команда, которая способна ввести противника в транс своей комбинационной игрой, а потом неожиданно организовать стремительное взятие ворот. Не сомневаюсь, что именно в таком ключе они сегодня и... Здесь хорошая погода, и до начала матча остается нет. В воротах Хитц. В обороне Менье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. И в нападении сегодня всего один игрок. Интересный выбор главного тренера. Посмотрим. Минут выпустил на поле такой состав. Перед нами команда, которая способна ввести противника в транс своей комбинационной игрой, а потом неожиданно организовать стремительное взятие ворот. Не сомневаюсь, что именно в таком ключе они сегодня и... Здесь хорошая погода, и до начала матча остается нет. В воротах Хитц. В обороне Менье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. И в нападении сегодня всего один игрок. Интересный выбор главного тренера. Посмотрим. Минут выпустил на поле такой состав. Перед нами команда, которая способна ввести противника в транс своей комбинационной игрой, а потом неожиданно организовать стремительное взятие ворот. Не сомневаюсь, что именно в таком ключе они сегодня и... Здесь хорошая погода, и до начала матча остается нет. В воротах Хитц. В обороне Менье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. И в нападении сегодня всего один игрок. Интересный выбор главного тренера. Посмотрим. Минут выпустил на поле такой состав. Перед нами команда, которая способна ввести противника в транс своей комбинационной игрой, а потом неожиданно организовать стремительное взятие ворот. Не сомневаюсь, что именно в таком ключе они сегодня и... Эрлинг Холланд. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Какой момент! Тут нужно было просто попасть. В воротах Хитц. В обороне Менье в паре с Герейро.
Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. И в нападении сегодня всего один игрок. Интересный выбор главного тренера. Посмотрим. Минут выпустил на поле такой состав. Перед нами команда, которая способна ввести противника в транс своей комбинационной игрой, а потом неожиданно организовать стремительное взятие ворот. Не сомневаюсь, что именно в таком ключе они сегодня и... Здесь хорошая погода, и до начала матча остается нет. В воротах Хитц. В обороне Минье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. И в нападении сегодня всего один игрок. Интересный выбор главного тренера. Посмотрим. Минут выпустил на поле такой состав. Перед нами команда, которая способна ввести противника в транс своей комбинационной игрой, а потом неожиданно организовать стремительное взятие ворот. Не сомневаюсь, что именно в таком ключе они сегодня и... Здесь хорошая погода, и до начала матча остается нет. В воротах Хитц. В обороне Минье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. И в нападении сегодня всего один игрок. Интересный выбор главного тренера. Посмотрим. Эрлинг Холланд. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Какой момент! Тут нужно было просто попасть.